Всем привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». Не лайф, не лайф. Ты сегодня выпилила все, что смогла, даже раньше. Я готова. Сегодня мы идем. Сегодня мы, короче, вот на такой большой... лазе, который называется Креншау Плаза. Это по названию бульвара, на котором она расположена. Вот, и, в общем, мы идем сегодня. Ну, там надо купить какие-то мелкие одежды. Для нашей дочери это называется... Да? Да. Как-то странно называется, так, как торшер. Также я хочу посмотреть брючки и рубашку Антоши. Да. Танец, время идет, а у нас нет костюма. Нам еще и кухня надо. Нам нужно... Ну, в общем, я, честно говоря, пока не знаю, покупать ли ему в целом, ну, пиджак, костюм, вот он как костюм, в моем понятии, для мальчика, да? Либо все-таки купить какую-то рубашку, просто и брючки. Просто мы даже не знаем, как туда во всем, в чем туда ходит. Наша... Директор, когда я с ней консультировалась на эту тему, я говорю, мы не понимаем, мы первый раз будем во всем этом. Она говорит, что ну это могут быть просто брючки, допустим, какая-нибудь красивая рубашка там с бабочкой или с галстуком. Ну вот я, конечно, хотела вообще смокинг, я подела свое вечернее платье, меня туда вообще никто не звал. Не, ну родителям можно будет, кто будет волонтером, там будет на праздник. Волонтерить. А волонтером можно быть, если вы сделали прививку, ребит-тест, то есть туберкулезную прививку. Без этого, сделали, короче, не прививку, вернее, а тест. Без этого теста вы не можете посещать ни одно мероприятие. Школьное мероприятие, да. Не, ну иногда, если честно, не особо и проверяют. Нам что интересно, что когда ты ребенка приводишь на территорию школы и оставляешь его под классом, это нормально. Но если ты приходишь в класс на мероприятие, то ты должен иметь этот тест. Ну все, идем. Идем в магазин, да, это правило. Идем в магазин, там включим.
рекламировать, они же мне ничего не будут платить за то, что я их рекламирую. Я бесплатно не хочу их рекламировать. Как-то в детстве и в молодости им в Беларуси хотелось Adidas и прочее, но сейчас не хочется. И нечего купить, да? Еще шпильки всех цветов и размеров. Зань, мне кажется, мы хотели купить бра. Бра. Оно называется бра, потому что это верхняя часть торшера или что? Да, нашего торшера. Ну не только нашего, а женского торшера. We'll be right back.
А сколько она стоит? 50 долларов. 50 долларов. А мы свой комплект не здесь покупали? Здесь покупали наш первый. И это был какой размер? На кинг? Квины, или... по-моему. Квины. Фулл квин. Это для тех, кто хочет в Париже проснуться. Ой. А сколько это стоит? Смайл. Ага. Какой-то маленький. По-детски. Зай, ну это... Так вон написано, сколько стоит 19 долларов. 20. Класс. Короче, в зависимости от размера кровати, в зависимости от количества единиц, порядка 50 долларов. От 20 детских до 50 взрослых. А это уже всякие декоры, наверное, и опять же детская бельишка. А вот это вот этот спальник получается, наверное. Я думаю, да, но... О. 20 долларов, а размеры? Так это тоже спальник, наверное, Зак. Это не спальник, это просто одеяло. Майнкрафт? Да, Майнкрафт. Вот он, смотри, как выглядит. Короче, Майнкрафт одеяло. Такого вот размера. И с ним? А, только одеяло. Я почему-то думала, что еще постель. Нет, Зайка, подожди. А, ну да, здесь... Нет, 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 одеяло. А что здесь? А, это подушки, подушки пошли. Почем подушки? 9,99. 9,99? Ну, это, в принципе, и не дешево, Зай, по большому счету. Мы покупали по 12. Ну, вот у нас вот такого. Это 5 стоит. А это просто. Простыни, наверное. Да? Нет, ну комплект, как бы, допустим, простынь. Простынь. Простынь, простынь. И... Наволочка, наволочка. Новогодний, смотри, красивый. Угу. С этими соленяшками. Ну вот такой вот маленький обзор магазинчиков. Тут, кстати, еще такие майки, смотри, интересные есть тоже. Пишите, что почем. Особенно интересно школьную форму сравнить. А вот, смотри, такая майка, только зеленая. Очень интересно сравнить, сколько стоит школьная форма, школьные рубашки, пиджаки. Мне Маришка понравилось. Увидела какую-то красоту. Прикинь на себя, только от света отойди, а то против окна. Я ни на что не намекаю, вот, но у меня есть туфли, подходящие под это платье. Оно мне, наверное, не надо. Нет, оно хорошо. Но оно за колено, наверное, получается. Сколько оно стоит? Я думаю... Наверху 14,99. Не-не-не, оно 16, я вот вижу. 16. Ага, 17 долларов. Но оно красивое очень. Так, Зайка, мы разделяемся, как обычно. Ну, пошли поинтересно. Я люблю вот смотреть. Часы, смотри, какие. Приложу. Сам авто. Ну да. Вот эти ничего такие красивые, мне кажется, да? Сколько? Ну, я не знаю. Хм? Нет. Ценничка нет. Без цены. Ну что, двигаем дальше? Я говорю, я люблю обувь смотреть. Хочешь, иди со мной, хочешь помочь. А почему мы сюда заходили? Золото бриллианты. Минуточку, А цены что, почем? 4,99. Блин, кольцо красивое, не знаю. Хочешь брать? Ну, только. Это для ЛГБТ-сообщества.
Запись есть, тут много всяких красивых. А вон вас нету. Ой, Зайка, ну это кольцо на цыганскую свадьбу, мне кажется, честно говоря. Это кольцо, которое в Америке дарят как что? Я не сомневаюсь, что дарят за 4,99 кольцо в такой ситуации. Не надо ценник оставлять. Снял аккуратно и пошел. Вот. Хитрый ты вообще у меня. Пошли. Вот, смотри, сразу комплект. Это мужчине и женщине или... А нет, это оба женские. Оба женские. Ну, красивые, конечно. Особенно в те крайние. 14,95. Как тебе нужна? Мне очень нужна. Вот. Белая. Есть кремовая. Ну, мне белая. Пойдем за эту белую. Зай, зачем тебе белая сумка? Это не сумка. Зато это кроссовки. Я люблю смотреть кроссовки. Легкие. $30, New Balance. Хорошая кеда. Сколько этот глобус стоит?